парни, сейчас самое время повъебываться. Ты еблище-то раскатал. Да я чипак. Ну, почти второй. У меня туз-король. Три раза подряд уже открывался. Опа. Good luck. Snap call. Туз-король, туз-король. Да ёб твою мать, нет. Сука, туз-король, туз-король. Приятно побеседовать. Какие-то король-дамы или что-то сыграется. Там, король 10 условно. Но на лун вытянет, так хотя бы попадет. То есть короли-то жестко. Наш план сработал! Блин, ну, план был офигенный, но, к сожалению, порвался до их. Ну, ставим дальше. Надеемся, что у него король валет, чтобы он точно не отскочил. Или что-то, например, плюс 8 крейсов. Но это не точно. Неплохо. Ну, добираем дальше. Бля. Почему я вот так блайнд не могу защитить удачно, как у ребят получается? Или скоро пятерок, да? Негодяй. Ну чё, ну это конкретно король пятерок, чё это еще может быть, сука? Ну вылезай, сука, я ж тебя в покое не оставлю, Гондон, я ж тебя найду, блядь. Поехали. Так а смысл ехать, надо кольнуть. Чтоб восьмерка спарилась на ривере? Бля. Ну еще одна пятерка же не придет. Только восьмерка есть. Ну теперь мы король бьем. Да ну чё, 9-7 тогда крестовые. Ну 9-7 крестовые. Просто... Козлина ебучая. Рейс до 12-4, чуть не доставил немножко. Если бы он пас, я бы офигела. Флэш, что? А почему у меня... Каредам, а почему... А что происходит? Почему у него 100%? Я не поняла, я не поняла, что произошло. Women. Ну, если все пас, я двойки запуляю. Фишки отобрать. Посмотрим, что у нас. Плюс 5. Двойка на флопе. Всего хорошего. Ну просто все закрывается, ну смотрите, все закрывается после перерыва, я не знаю. Слушай, ну, за 20-30 баксов там будет не хуже, чем я бы сказал бы. Ну тройка вряд ли придет. Не понял. Не понял. Не понял. Ну давай так тогда чё? Ну давай. Хули ты, ёпта. Мага. Домой, ёпта. Домой, мага. Магу. Мага аж отключился, потому что почему? Потому что у него нет денег. Ребята, бля, замазался, сука. Ёбаный. Я, Али, третий из стола вышел, нахуй. Дверь закрой за собой. Топор, блядь. У тебя один бакс остался. Куда ты лезешь? Сука, кол. Рейс, нахуй. All in. Домой! Домой, блядь! Уу! Уу!
нахуй! Ой, братцы, хорошо. Давайте, тройной алынчик, давай. Девятки, шестерки, дама валет. Без грязюки, пожалуйста. Так, хорошо. Ахалай-махалай, закрыли все ауты чужим игрокам. Красная, только... Троих! Так, что дама 10? У нас больше процентов. У нас больше было процентов на флопе. Креста, где моя креста? Royal Flash, кто это сказал? Ого, парень поймал Royal Flash восьмерки. Дружище, ты чё, пророк что ли? Вы видели, я Royal Flash поймал. Ну здесь глянем флопца с 5-6. Чё бы нет, да? Давайте поставим. Speed Flash! Street Flash. Получаем донг. Ребята, сделайте кто-нибудь клип. Сейчас будем получать оплату Street Flash. Ну, он чекнул. Я не знаю, после чека счет он добирать. Иногда дама будет. Давайте малютку поставим. Все нации все равно порейзит, запушит. Нет, получили пас. Ну, наверное, чекнуть все равно. Хороший ривер. Все так же будет с мертвы. С тузы. Я думаю, что могут быть с мертвы тузы чуть меньше вероятность. 8-10. Такой мы бьем. Обыграли самого крутого стримера в мире по многим рейтингам и показателям на изичах. Почему проиграли? Король 9. Блядь, день недоезда. Ну, давайте хоть это сфоткаем. Ты, блядь, просто лол. Причем у него вообще нихуя до ривера. Наверняка причем. Ух ты! А что такое? А что с ебальцем? Мне кажется, оно в моче у моей. Вот так вот, братишка. Да выебывался нахуй. Раз, два, и ты думаешь, я вечно эту хуйню буду терпеть? Естественно!